Перед нами iPhone 6 Plus и iPhone 8. Разница у них только в том, что у iPhone 6 Plus 16 гигабайт оперативной памяти и стаб, а у 8 64 гигабайта оперативной памяти и на камере нет стаба. Посмотрите, насколько он быстрее работает, при том, что 6 была сброшена и система очень быстро работает. А еще интересно, что Instagram очень сильно тупит. Но давайте посмотрим по стандартным приложениям, что мы успеваем сделать, пока 6 думает. Думает очень долго. Да, это мы такую вещь сейчас успели сделать.